Весна дает старт началу свадебного сезона. Праздничный день требует тщательной подготовки. Тенденция последних лет – внимание к деталям. В этом году невесты, конечно, все очень с хорошим вкусом приходят. И они хотят свадьбу очень современную, в европейском стиле. То есть обязательно, чтобы было бракосочетание на свежем воздухе, чтобы банкет в красивом месте. Если это летом, то это шатер. Если это весной, это красивый какой-то зал. В основном это 5-звезд отель. Стиль оформления свадебных торжеств задают актуальные тренды высокой моды. Так, винный оттенок марсала самый желанный в 2015-м. Его используют как в декоре, так и в сладких угощениях. Кроме того, меняется мода и на развлечения. В этом году это обязательно наличие какой-то крутой фотозоны прямо на банкете. Если в том году это просто достаточно было пресс-холла с именами новобрачных, то сейчас очень важно поставить что-то очень красивое из цветов, желательно из живых цветов, чтобы гости пришли на фуршет и могли фотографироваться. Средняя стоимость организации свадьбы начинается от 1 миллиона рублей. При этом, как правило, около половины бюджета уходит на банкет. Поэтому сейчас все больше молодоженов отказываются от шумной гуляни в ресторане. На сэкономленные деньги предпочитают отправиться в небольшое путешествие. Мне бы хотелось свадьбу за рубежом, где-нибудь, наверное, в Италии или во Франции. В идеале уехать за границу с несколькими друзьями нашей уже семьи, чтобы было хорошо, спокойно, на отдыхе, в приятной атмосфере, с приятными людьми. Однако и дома, и за границей главный совет визажистов невестам – хорошо высыпаться и всю неделю делать увлажняющие маски, чтобы в ответственный день кожа дышала чистотой и свежестью.